Ну что, друзья мои, всем привет-привет, всем здрасте-здрасте. А у нас на подъемнике автомобиль Tiana J32 с вариатором GF01SE, мотор 2.5. Владельца зовут Денис, делали капитальный ремонт уже 2 года назад. Денис, как ощущения? О, ездит отлично. Не так давно еще ставили дополнительное охлаждение, машина перегревалась, есть у Тианы проблема, со временем начинает не справляться охлаждение. Как вот после установки охлаждения, какие чувства? Все замечательно, все вот эти нехорошие диагнозы, свист там, тупила коробка, все это сразу же ушло, то есть поехало отлично. А мы сейчас все покажем, расскажем. Денис, спасибо огромное, пожалуйста. Вам хороших дорог. Пойдемте покажем, как все тут устроено. Радиатор на Тиану 2.5, 3.5. В основном на 3.5, если гонщики, турбогонщики, туда ставится радиатор чуть большего размера. На 2.5 Тиану именно этого радиатора абсолютно хватает. То есть у нее нету переохлаждения. С перегревом тут точно все решено. Сейчас на данный момент вот ездили, катали автомобиль. Температура в вариаторе 83 градуса. Ну, то есть будет жарко, будет в вариаторе 90. Это самый стабильняк вообще. Вот для 11-го вариатора 90 градусов – это вот лучшее. После ремонта пробег 320 она приезжала? Нет, приехал 290, сейчас 380. Был пробег 290, сейчас 380. Ну и вообще, в принципе, вот Тиана, знаете, по поводу того, что долгожители, сколько ездят машины, вот Тиана ездит 380 тысяч, и она еще ездит. То есть, да, вариатор перебрали, и она еще будет ездить дальше. Конечно, автомобиль ездит, это благодаря владельцу, все вот аккуратная езда. Напоминаю, что вариатор здесь перебирали 2 года назад, ну и давали гарантию 2 года без учета пробега. Поэтому, друзья, вот на примере данного автомобиля делайте все с головой, делайте правильно, то есть если сломался, отремонтировали вариатор, либо если все хорошо, ездите, обслуживайте, прислушивайтесь к нашему мнению, прислушивайтесь к тому, что мы говорим, то есть если нужно дополнительное охлаждение, устанавливайте, то есть не тратьте деньги впустую, тратьте их в автомобиль туда, куда нужно, и будет отличная езда, будет отлично работать автомобиль. Ну а с вами был я, Юрий Копасов, мастерская ЦВТ-мастер.